Всем привет! В этом видео мы с вами начнем вязать нашу зайку. Начнем ее вязать с головы. Вязать я буду ее из пряжи Alize Lana Gold. Здесь в 100 граммах 240 метров. Цвет у меня кремовый. 01, если кому-то интересно номер. Также нам понадобится крючок 2,5. Наполнитель. У меня это синтепух. И либо маркер, либо контрастная нить, для того, чтобы отмечать начало и конец ряда. Ну что ж, начнем. Итак, начнем. Первый ряд. Кольцо амигуруми. Наберите 6 столбиков без накида. Раз. Два. 3, 4, 5, 6. Затягиваем наше кольцо. И во втором ряду нам нужно сделать 6 прибавок. Так, раз прибавка, вторая, третья, четвертая. Пятая и шестая. Дальше. Так. Прикладываем контрастную нить. И третий ряд будем вязать по схеме 1 столбик, прибавка. Еще я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на то, как я вяжу эти столбики. То есть я вяжу узором крестики. При обычном увязывании столбика нить захватывается вот так. И при таком вязании у нас здесь образовывается галочка. Но при таком вязании полотно более рыхлое, что не нужно при вязании груши. Когда мы будем набивать, оно будет растягиваться, будут видны дырочки и наш наполнитель. При вязании именно крестиком нить захватывается вот так, крючок ложится на нить. Здесь образовывается крестик. И при таком вязании полотно становится плотным. И когда мы будем его набивать, вот этих дырочек не будет, не видно будет синтепона, наполнителя нашего. То есть, что очень для меня важно в вязании игрушек. Итак, вяжем. Один столбик, прибавка. Прибавку я связала. Опять столбик. Прибавка. То есть видите, как я нить захватываю? Не вот так, а именно вот. Прибавка. Опять столбик. Прибавка. И опять столбик, прибавка. Столбик. Прибавка. И последний раз. Столбик. И прибавка. Второй ряд мы будем вязать по схеме 2 столбика, прибавка. И так 6 раз. Раз столбик. Второй. Прибавка.
И опять раз, два, и в третью прибавка. И так до конца ряда 2 столбика, прибавка. Так, довязали 4-й ряд. В 5-м ряду будем вязать по схеме 3 столбика, прибавка. Вот так. Раз, два, три, прибавка. И так 6 раз. Раз, два, три, прибавка. Довяжите так до конца ряда. Довязали 5-й ряд, вяжем 6-й. По схеме 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, прибавка. Так, 6 раз до конца ряда. Раз, два, три, четыре, прибавка. Следующий 7-й ряд свяжем просто по кругу 36 столбиков без накида, без прибавок. Просто 36 столбиков без накида. Восьмой ряд. Вяжем так, 5 столбиков без накида, прибавка. Раз, два, три, четыре, пять, прибавка. Так, 6 раз, то есть до конца ряда. И опять раз, два, три, четыре, пять, прибавка. Девятый ряд провяжем так же, как 7-й, без изменений, то есть без прибавок. 42 столбика без накида, просто по кругу. Десятый ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, 5, 6, прибавка. И так еще 5 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6 и прибавка. Так до конца ряда. Так, следующие 4 ряда, то есть с 11 по 14, провяжем просто по кругу 48 столбиков без накида, то есть без изменений, без прибавок. Просто 4 ряда по кругу.
Итак, я провязала 4 ряда. В этом ряду мы будем делать прибавки. Здесь 12 прибавок и потом вот здесь в середине. Прибавки мы будем делать не за обе петли, а именно за переднюю стенку, которая ближе к нам. Итак, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, так, десять. 11 и 12. Связали 12 прибавок. Дальше вяжем 4 столбика без накида, но уже за обе петли обычным способом. Итак, 1, 2, 3 и 4. И сейчас опять нам нужно сделать также 12 прибавок за переднюю вот эту полупетлю. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, 11 и последняя 12. И 20 столбиков без накида. Обычным способом за обе стеночки петель. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Итак, на данный момент у нас сейчас 72 столбика без накида. Следующий 16 ряд провяжите без изменений за обе стенки петли в каждый столбик по одной петле, то есть 72 столбика кругу. И так по всему кругу 72 столбика без накида. Итак, провязала я
72 столбика. Вот что у нас получилось. Это будущие счетчики, если что. А в следующих 6 рядах мы будем с вами делать убавки вот здесь и вот здесь. То есть вот в этих двух местах. У нас сейчас здесь 20 петель. Нам нужно, чтобы осталось 8. А, поэтому сейчас провяжите 52 столбика. И с вами встретимся. Они как раз заканчиваются, где вот эта вот последняя прибавка. Вот она. Вот до сюда. Провязала я 52 петли. Здесь я тоже отмечу это место, чтобы постоянно не отсчитывать 52 столбика. Я отмечу это маркером. Итак, делаем убавку. Как это делаю я? Захватываю за первую полупетлю и тут же за вторую. И провязываю столбик без накида. Все, одна убавка у нас готова. Дальше вяжем 16 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И тут же делаем также убавку. Хватаем за одну полупетлю и за вторую. И провязываем столбик без накида. Сейчас также давайте провяжем до вот этого маркера, и я к вам вернусь. Так, довязала я, и опять вначале здесь делаем убавку, берем одну полупетлю, затем вторую и провязываем столбик без накида. Дальше у нас идет 14 столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13 и 14. И опять делаем убавку. Все, сейчас также вяжем по кругу до вот этого маркера. Довязали. Делаем убавку. Так, и теперь вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, так, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12 и убавка. Все, также теперь давайте с вами довяжем до сюда. Так. Делаем убавку. Вяжем 10 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9 и 10. И делаем лавку. Давайте опять довяжем до этого места. Довязали. Теперь делаем убавку. Вяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и убавка. И также сейчас давайте довяжем до этого второго маркера. И сделаем здесь убавку последний раз. Так, довязала я до этого места. Этот маркер можно уже убирать, он нам не нужен. И делаем убавку. Убавка. И вяжем 6 столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4, 5, 6 и убавка. Вот что у нас получилось на данном этапе. Следующий, это получается у нас будет 23 ряд. Вяжем просто столбиками без накида. Сейчас у нас здесь 60 столбиков. И вот 60 столбиков без накида провяжите по кругу. Без убавок, без прибавок, без ничего. Итак, в 24 ряду будем делать убавки по схеме 8 столбиков. Убавка. Итак, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Убавка. Итак, 6 раз, то есть еще 5. Раз, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 и убавка. Так, провяжите еще 4 ряда. Ой, 4 ряда, извиняюсь. 4 ряда до конца этого ряда. Так, 25 ряд. Будем вязать сначала 2 столбика, убавка. Итак, 5 раз. Так, 2 столбика. 1, 2, убавка. Это 1. И опять 2 столбика. Убавка. Это 2. 1. 2, убавка, это 3, и опять 2 столбика, убавка, 4, и последний разок, 1, 2, убавка. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, дальше вяжем 1 убавка, 2 столбика без накида, и так 6 раз. 1 убавка, 2 столбика без накида,
Это раз, убавка, два столбика без накида, это два, убавка, два столбика, это три. Столбика, это 4, 5 убавка, 2 столбика, так, это 5, и опять убавка, 2 столбика и еще одна убавка. Я когда начинаю делать убавки, я еще ту же начинаю вязать, чтобы поменьше потом вот этих вот дырочек было. Так, 26 ряд. Вяжем 1 столбик, 1 убавка. Так, 5 раз. Столбик, убавка. Это раз. Столбик. Убавка, это 2, дальше это 3, четвертый это раз и последний пятый. Столбик и убавка. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 8. Так, дальше вяжем 1 убавка, 1 столбик. Тоже так 5 раз и потом 2 убавки. Итак, убавка. Один столбик. Это раз. Два, три, четыре, и пять. Павка. И столбик и еще 2 убавки. Одна и вторая. Так, давайте на этом этапе набьем ее голову. Набивайте плотно, но если вам потом докажется, что недостаточно плотно набили, то можно будет потом исправить и еще положить сюда наполнители. Так, набила я голову, но еще не так плотно, как нужно, потому что я еще потом буду дополнять наполнители. 27 ряд. Вяжем по схеме 3 столбика убавка, так 6 раз. Раз. Два, три, убавка, и опять раз, два,
два, три убавка, так до конца ряда, то есть еще 4 раза. Двадцать восьмой ряд будем вязать по схеме 2 столбика, убавка, так 6 раз. Раз, два, тоже потяжелее становится немножко, учитывая мою плотность вязания. Так, убавка, и опять 2 столбика, убавка, и так до конца ряда. Ну что ж, наша голова готова. Эту нить контрастную можем убрать, но эту нить не отрезаем, потому что мы еще начнем от головы вязать тело. Я голову еще буду, конечно, набивать. Я это делаю сначала по краям. Здесь делается такая лунка, и потом эту лунку добиваю. В общем, чтобы не было, так скажем, целлюлита, чтобы более-менее ровно было. Но вы учитываете, что потом, когда мы сделаем утяжку, оно все равно все как бы деформируется, что ли. Всегда можно будет подложить, поднаполнить щечки на том этапе. И заодно посмотрим по плотности. Но голову я стараюсь набить, конечно, плотно, чтобы она в будущем не теряла форму. Ну и чтобы утяжка тоже хорошо держалась. В следующем видео мы сделаем утяжку и оформим ее мордочку. Такая голова у нас получилась. И да, кстати, видите, вот эти вот петли получились, как я и говорила, крестиком. И они такие более плотные, ну и мне кажется, что так более красивее смотрится. До встречи в новом видео.